Коридор кирпичного здания. Встретился. Я поняла, что я сейчас я тут разрыдаюсь, и дальше я вообще не понимаю. Я, конечно, потрясена. Может, там такие вот... Они еще крохи, но они уже оказались где-то на таких недетских испытаниях. И они проходят через это, и ноги мне это удается. Как тебя зовут? Я слышала какие-то уже цены, которые говорят нереальные. Даже если мы продали, например, машину, квартиру, мамину квартиру, на один курс только химиотерапия. А мы их нашли уже один. Надо сделать, ужасно нам быть.